Хорошо, Наташ, мы финишируем следующим образом. В этом красном мешочке есть 4 фишки, вы одну из них выберете. Так. Да, выбирайте, да. Мы уже финишируем, что ли? 24 минуты у нас. Да вы что? Да. Мы еще только разговаривать начали. О чем вы? Смотрите, он уже спит. Это хорошо. Маська. Так, здесь всего 4. Да, вот одну выберите. А, я одну выбираю, да, одну не подглядывая? Ну, можете. Или по любимому моему цвету. А какой у вас любимый цвет? Давайте. Ну, какой, какой? Вот он, я голубой, его достала. Да, тогда любую голубую карточку, да. Я, а причем сейчас вопрос. Я не смотрела, но... Я видел, что вы не смотрели, да. Поэтому я... Ну что, прям тогда сверху беру, пишу. Да. Ставь вопрос. Да. На подумать, есть ли у вас сейчас долг. Есть ли у вас сейчас долг, который... Вы не планируете отдавать. У меня есть, конечно же, долг, потому что я тоже такой же человек, как и все, беру кредиты, и у меня тоже есть сейчас кредит, который я планирую отдавать. Mm-hmm. Такого долга, который бы я не планировала отдавать в моей жизни, ну, нет и не будет, потому mm-hmm. что я очень обязательный человек, и если я беру долг, я эти деньги всегда возвращаю. Вот мне возвращают не всегда, и есть mm-hmm. такие люди, вот, которые берут, а потом говорят, ну, ты не переживай, мы тебе отдадим, отдадим, но... Когда это отдадим? Одному Богу известно. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.